Так, здравствуйте, дорогие друзья. В этом видео хочу сделать обзор акварельного маркера для скетчинга Brush Pen Ecoline. Вот, если вы смотрели мое видео по обзору спиртовых маркеров, да, я сравнивал спиртовые маркеры с маркерами на водной основе. Да, вот у меня закончился такой маркер спиртовый, и я решил купить новый маркер. Вот с тех пор, как я снимал это видео, прошло много времени, я много всего узнал про маркеры для скетчинга. Вот я думал, что акварельные маркеры и маркеры на водной основе — это одно и то же, но оказывается, это разные маркеры. Вот, и сейчас я расскажу, в чем же отличие. Вот эти маркеры акварельные, да, они стоят дешевле, чем спиртовые маркеры, не намного. Если эти я покупал за 80 гривен, то эти за 67 гривен я купил. А маркеры на водной основе, как я уже рассказывал, они стоят где-то 40, ну, около 45 гривен. Вот, и отличие вот этих маркеров Brush Pen, да, здесь только один наконечник, то есть только кисточка. С этой стороны нету, да, а вот в маркерах на спиртовой основе, на водной, да, здесь два наконечника. Вот один такой тоненький и такой широкий. Вот, но этими маркерами, брашпеном, да, тоже можно рисовать как тоненькие линии, так и толстые. И они точно так же, вот когда мы наносим несколько слоев, они затемняются. Видите, здесь я провожу линии, и они становятся темнее. То есть можно делать переход цветов, да, хороший. Так, смотрим на обратную сторону. Вот, они немножко просвечиваются, но не так, как спиртовые маркеры. То есть они в этом подобны маркерам на водной основе. Но вот я еще проводил в прошлый раз эксперимент, да. Он у меня не удался с маркерами на водной основе. А вот с маркерами акварельными я пробовал, и сейчас вам покажу. То есть это все работает. То есть их можно разбавлять водой и растушевывать. Давайте посмотрим, что из этого получится. То есть, видите, они разбавляются водой. То есть можно делать растушевку. И это очень полезно, я считаю. То есть, если делать фон, да, для скетчинга, это очень выгодно и хорошо. Так, еще плюс этих маркеров в том, что их можно заправлять. Вот для них покупается специальная акварельная краска, которая позволяет заправлять эти маркеры. Краска, я узнавал, стоит где-то на 10 гривен дешевле, чем сам маркер, но там достаточно такая большая баночка. Я думаю, что я хватит надолго, на несколько заправок. То есть в этом эти маркеры являются более выгодные, чем маркеры на спиртовой основе. Но спиртом, я думаю, тоже можно заправлять, но один раз, может быть, два, не больше. А вот эти можно заправлять много. Если вы будете бережно, аккуратно обращаться, да, с этой кисточкой, не испортить ее, то можно заправлять гораздо больше. Вот. И лично для меня это идеальный вариант для скетчинга. Вот, думаю, мне он подходит больше всего. Хорошо, на этом все. Надеюсь, это видео было полезным. Ставьте лайки, если оно вам понравилось, комментарии, подписывайтесь на мой канал. Буду снимать новые видео по мере знакомства с маркерами и изучением скетчинга.
Все, до новых встреч, спасибо.